Энтузиазм молодых педагогов и мудрость опытных учителей. Лучшее сочетание для прогресса, уверено в Министерстве просвещения и воспитания. В ульяновских школах ежегодно проводят акцию «Часть с наставником». Так, в Мариинской гимназии Татьяна Чернова провела мастер-класс под названием «Классная страна. Не только экскурсия». Учитель географии и председатель ассоциации наставников подготовил интересный материал для учеников 11 А-класса. Ребята разделились на группы и подготовили проекты с фактами об Ульяновской области. Конечно, самые передовые педагогические практики будут освещены сегодня на «Части с наставником» традиционной акции, которая проходит в Ульяновской области. И сегодня мы надеемся, что практически в каждом образовательном учреждении области пройдет эта знаменательная акция. Гимназисты рассказали на мастер-классе о градообразующих предприятиях и агропромышленном комплексе. В игровой форме ребята провели презентации. Урок прошел на одном дыхании. Молодые специалисты, учителя тоже присутствовали в кабинете. Дарья Присяжнюк преподает биологию. Учительница любит живые уроки, ведь сухой информацией не заинтересовать подрастающее поколение. Дети очень любят работать с интерактивными панелями, которые у нас появились в этом году. За это большое спасибо государству. А также, конечно же, у нас каждый урок презентации, видеофрагменты, что-то мы делаем на уроках биологии своими руками, то есть участвуем в лабораторных исследованиях. Час с наставником прошел в 24 муниципальных образованиях региона. Напомним, указом президента 2023 объявлен годом педагога и наставника. Мероприятия года направлены на повышение престижа профессии учителя. Учитель – это уникальная профессия вне времени, моды и географии. Виктория Чиркова, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.